Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Динар, и вы смотрите очередной выпуск программы Attack the Music. Ну, во-первых, хочу поздравить всех с наступившим 2015 Новым Годом, пожелать здоровья, любви и счастья, и, конечно же, море, океан, отличной, интересной, прогрессивной музыки. Ну, во-вторых, дорогие друзья, хочу познакомить вас с двумя релизами, которые хоть и вышли в прошлом году, но, тем не менее, не теряют актуальности и в году наступившем. Итак, давайте по порядку. И первый релиз, о котором я хочу рассказать, принадлежит питерцам из коллектива I Want Summer, и называется он «Мы взорвем Венеру и свалим на Марс». Саунд, представленный на очередном лонгплее наших соотечественников, вполне можно назвать интересным. Его нельзя назвать экспериментальным, вы без труда услышите отголоски таких команд, как Explosions in the Sky и 50 Days of Static, но и имеющихся музыкальных находок оказывается достаточно для того, чтобы влюбить вас в эту пластинку прямо-таки по уши. В целом, это ненавязчивый инструментальный рок, в который причудливым образом вплетены электронные аранжировки. Перегруженные гитары добавляют происходящему экспрессии и динамики, а витиеватые линии баса прямо-таки уносят в параллельную плоскость. Вообще, основное направление пластинки весьма благосклонно ко всякого рода путешествиям. Вас прямо-таки потянет в космос изучать затерянные в бесконечности звездные миры. Саундтрек подобран весьма впечатляющий. От прогрессивных ходов, которые явно придутся по вкусу скучающим эстетам, до альтрокового звучания, которое несколько удивительно слышать от группы, работающей в несколько ином диапазоне. Вы знаете, что некоторые критики обвиняют пост-рокеров в недостатке зрелищности как самих выступлений, так и студийных релизов. Питерский коллектив I Want Summer с легкостью разбивает этот стереотип, дополняя свои преисполненные лиризмом мелодии яркими фейерверками гитарных спецэффектов. Ну а мы продолжаем, и на очереди бойкий металкоровый релиз от американцев из Let the River Swell под названием Continents. Лаконичный, но очень выразительный по своему содержанию релиз представили на суд слушателей американцы из еще молодой команды Let the River Swell, которые среди своих вдохновителей называют такие группы, как SLA Dying, Parkway Drive, ну и, конечно же, Chelsea Green. Здесь нет каких-либо симфонических вставок и оригинальных аранжировок. Музыка не изобилует экспериментами и всевозможными интерлюдиями. Вы не встретите и намека на прогрессив. Напротив, эти американцы используют только проверенные временем и сотнями других команд фишки и приемы, а их музыка является собой пример классического металкор-саунда, не избалованного массовой истерией и влиянием пост-хардкора. Несмотря на то, что сами музыканты стремятся привнести что-то новое в метал и хардкор сцену, их саунд вполне можно назвать типичным, но если вам попадется в руки их EP, вы не скоро сможете от нее оторваться. Вокальные партии не отличаются мелодизмом, все как у Parkway Drive, но это с лихвой компенсируется гитарами. Некоторые пассажи прямо-таки трогают за душу, а соло-проигрыш обладает какой-то невероятной притягательностью. Открывающий коллапс, аналог Sleepwalker от незабвенных PD, подает заявку на лучший танцевальный хит в жанре металкор и прямо-таки обдает вас кипятком по ногам, чтобы вы наконец задвигались. Следующий по пятам Like Wolves резво продолжает линию, начатую первым треком, но простенькая мелодия уводит вас в сторону и обвораживает прямо-таки изумительным соло. Заглавный трек — это стандартный металкоровый боевик, в котором с одинаковым успехом сочетаются и ярость, и лирика.
Что в итоге? Leather Riveswell не особо выделяется от других своих коллег по металкоровому цеху. Да, во многом они повторяют своих кумиров, но черт возьми, в них есть тот потенциал, который может разглядеть каждый. Закачивайте себе этот дебютный EP и наслаждайтесь. Ну что, дорогие друзья, пришло время прощаться. Надеюсь, что те релизы, о которых я вам сегодня рассказал, действительно вам понравятся, и вы ощутите тот приток адреналина, позитивной энергии, который ощутил я, слушая эти релизы и готовя на них обзоры. Ну что, еще раз всех с Новым годом. Пока.